может дорого обойтись фигуристам. Собственно, эта пара своими стабильными выступлениями приучила нас к тому, что, в общем, любая ошибка воспринимается как что-то совершенно невероятное, как нонсенс какой-то. Но не будем забывать о том, что все-таки фигуристы-то на льду находятся, и никто не застрахован от ошибок. Все остальное сделал. Забыл. Пам-пам, головой забыл. Поторопился, а потом все равно здорово перекинул и заблудился. Ты сделал 6 разных позиций в этой поддержке. 6. Ну, потому что мне уже что-то надо было. Надо было ее ставить уже. Не, нормально, нормально. Это, ты знаешь, это самая глупая и дурацкая ошибка, которая была у каждого фигуриста в жизни. Ну, все падают. Вот все. Все падают. Вроде вот бам и на зубец. Увлекся, эмоции опять захлестнули. А так хотелось вот этот момент сделать. Да. И так же делал же хорошо. Оценки Марии Петровой и Игоря Бутмана. Невероятно! Но даже при этой ошибке одна из оценок за технику максимальная – 6 баллов. Средний балл 5,9. За артистизм. Да. Блестящие баллы за артистизм в сумме 11,9. Почти максимум. Но только третье место. Общая сумма 11,9. Света, тебе слово. Образ подобран вообще шикарный. Под эту музыку мне очень понравилось. Было весело, такое хулиганство было. Падение незначительно, я не видела. Вы знаете, главное споткнуться. Хорошо, здесь не соревнования, не официальные, не чемпионаты мира, ни Европы, ни мира. Слава Богу, мы имеем право за это падение, которое оно незначительно. Это как бы так, главное по жизни не споткнуться. Что вам удалось, вот что главное. Спасибо. Молодцы. Михаил, пожалуйста. Я видел, что падение было. И я поставил 6-0. Ребята, это просто 100% раскрытие образа. Как можно было еще сделать Бубу Касторского и не упасть? Он споткнулся нарочно. Он быстро поднялся. И они вместе замечательно поехали и сделали еще кучу сложнейших поддержек. 6-0. Супер. Татьяна Анатольевна, вам слово. Не, ну они, конечно, прекрасные, никто с этим не спорит. Но я в их исполнении видела здесь очень интересные, разнообразные параллельные шаги. И они были совершенно изумительные с технической точки зрения, и актерски были выполнены. Я думаю, что сегодня было немножко нечистое катание. Но не потому, что Игорь только упал, а потому что окончание поддержек, на мой взгляд, были нечистые. И один раз взяли... Первая поддержка была очень хороша, она была очень музыкальна, и подъем был прекрасный. Вот, а так вообще я поставила то, что я чувствовала. Спасибо большое, спасибо. Галина Борисовна, давайте. Я не объективный человек вообще к Бутману и к этой паре. И, конечно, я тоже видела, что упал, и я боюсь этого соседства с моей дорогой любимой подругой, потому что она скажет, вот почему ты в театре принципиальная, там ты видишь ошибки, так сказать, а тут не видишь. И я, скрипя сердце за технику, так сказать, поставила за его падение какой-то, но все равно это 6-0, оно перекрывает все, которое за артистизм ему. Игорь, нет слов. Спасибо. Игорь, ну так что случилось? Ну почему так вы упали? Красиво, в принципе, падали, ну? Ну вообще, это мой конек, падение на лед. Просто мы не предполагали этот элемент в этой программе. Следующий он будет уже запланирован, так сказать, естественным образом.
Вот, ну что еще можно сказать про падение? Я думал, ну должно же оно, как из семи программ, кто-то же должен так явно, резко упасть на лед. И просто передача будет скучной, если никто не будет падать, все будут ездить, стараться. Поэтому я хотел сделать еще лучше, чем мы делали на тренировке. Хотел, чтобы было смешнее, потому что Маша прям такая вся прям вокруг бегает. Я такой, прямо это, как она, воробушек. Буба Косторский, его воробушки. Вот, и поэтому мне хотелось что-то прям запорхать, выпрыгнуть, а лед оказался прямой. Маша, а что вы скажете по поводу катания своего партнера? Не, вообще в артистическом плане я считаю, что это выше всего, что можно было сделать. А падение, потому что я думаю, что Игорь волновался после прошлого проката, потому что была допущена ошибка, и он старался исправиться, старался изо всех сил, и поэтому отвлекся на эмоции, и вот такое случилось. Это не страшно. Выбор танцем был определен созвучием имен Буба, Бутман. Мы его выбрали, я как не пытался уйти, я говорю, давайте медленный какой-нибудь танец, красивый, вот этот из мушкетеров. Мне сказали, ты Буба Косторский. И все. И точка. И точка. А вы знаете, хорошая точка. Я с судьями полностью согласна, вы заслужили этот высокий балл. Потрясающий танец. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.